Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. КРИК временно не выдает справки. До 20 января компания проводит работы по модернизации учетной системы агентства по ипотечному жилищному кредитованию, в которой хранится и обрабатывается вся история платежей. Как сообщает сайт ипотечной корпорации, до этой даты невозможно получить любые справки для налоговой, субсидий, материнского капитала и прочих. Это касается тех, кто перечисляет платежи в АИЖК. Если в течение января необходимо внести очередной страховой платеж, то при оплате страховки в офисе корпорации нужно взять с собой договор страхования и актуальный график платежей по кредиту. Заказать справки можно также на сайте компании или в ее офисе. Дайджест недвижимости. Количество ипотечных кредитов в стране увеличилось на 17%. Об этом сообщает сайт правительства РФ. На 1 ноября прошлого года выдано почти 640 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 1 триллиона рублей. Это на 30% больше суммы 2012 года. Средневзвешенная ставка составила 12,6%. Что касается нашего региона, то на 1 ноября в области выдали более 7700 кредитов на сумму 8 миллиардов 705 миллионов рублей. Объем ипотечного кредитования к уровню позапрошлого года составил 138%. Средневзвешенная процентная ставка равна средней по стране. Дайджест недвижимости. По данным портала Росреалт, стоимость квадратного метра жилья в Кирове 46,5 тысяч рублей. Рост цен за год составил 11,5%. Наибольший показатель 12,2% зафиксирован на рынке вторичного жилья. Аренда двухкомнатных квартир за год поднялась в цене почти на 9%, однокомнатных – на 11,5%. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.